Дорогие друзья, мы сейчас приехали в приют «Четыре лапы». И вот, как обычно, нашим друзьям привезли продукты питания. Для этого приюта. Вот, видишь, еду привезли. Вот еще. Сколько у вас сейчас собак? Больше 200. Больше 200, да? Дорогие друзья, сегодня прошла у нас очередная 87-я акция по сбору вторсырья. Спасибо всем жителям, которые приносят корма, не забывают про наши приюты для животных. Мы чередуем. В прошлый раз привозили в приют хвостики, сейчас в приют 4 лапы. Дорогие друзья, сегодня у нас 20 августа 2023 года. Как обычно, я нахожусь в городе Северодвинске на проспекте Ленина 40. И у нас сегодня идет уже 87-я акция по раздельному сбору отходов. Всегда я вам говорю, что у нас три основных места для сбора отходов. Это торговый центр «Макси», торговый центр «Гипа» и вот проспект Ленина 40. Как обычно, у нас жители приносят пластик, картон. Сегодня был небольшой дождик, поэтому вот картон и бумагу мы складируем под навесом. И вот жители активно приносят у нас раздельный сбор отходов. Точно так же у нас приносят продукты питания для животных. Ну вот акция только что началась, уже люди приносят какие-то крупы, мясо и консервы. За что им большое спасибо. Это у вас пластик, да? Картон вот под навес можно. Вот сюда. Вот туда под навес, да. Ну вот, друзья, обратите внимание, насколько у нас активные жители города Северодвинска. На машинах каждую неделю, когда у нас проводят акцию, привозят раздельный сбор отходов. Небольшой дождик начинался, поэтому решили пока сюда складировать. Да, крышечки сюда, пожалуйста. Также вот, друзья, видите, вот у нас люди приносят крышечки Джону Кондратову для добрых дел, проекта добрых дел. Здрасте. Спасибо большое, что приходите на наши акции. Здрасте. Так, можно я туда?
Ну вот, друзья, ровно как часы, время час. Сейчас подъехала машина. Сейчас у нас будет забирать наши отходы. Вы уже забрали в двух точках, да? Это Гипо и Макси, да? Ну вот, друзья, все отходы пойдут на раздельный сбор отходов на предприятие «Экоресурс». Вот так. Спасибо.